Canon 24-70, уже вторая версия. Ультразвуковой мотор. И здесь у нас растянутая резинка и обрыв шлейфа диафрагмы. С этими проблемами приехал аппарат сюда. Сейчас видно, что диафрагма у нас открыта не полностью. Об этом свидетельствуют вот такие грани на, в общем-то, на стекле. Фокусировка имеется без проблем. Трансфокация 24-70 имеется. Звук щелчка говорит нам о том, что шлейф разорван на две части. Вот, либо он задирается за чего-то. Но трещина однозначно есть, и шлейф требуется поменять. Так, следы вскрытия пока не установил, есть или нет. В процессе вскрытия обнаружу. Поехали! Объектив ранее вскрывался, на нем был заменен шлейф. И, в общем, часто я слышу разговоры про то, что шлейфы, они ломаются из-за того, что, короче, такие вот херовые шлейфы. Но почему-то свою работу
Хаять никто не хочет. Теперь смотрите сюда. Вот кусок шлейфа, который переломился. И мы видим, что это место является самым ходовым местом. А шлейф при этом положен криво. Вот так. Немножко наискосок. И если посмотрим мы вот от этого плана, то видим, что здесь есть угол, при котором этот шлейф лежит. Видите? Соответственно, при движении шлейфа в момент трансфокации у нас появляется нагрузка боковая на шлейф. Соответственно, он сначала приобретает в этом месте на трении трещину, а потом разрыв и отлетание. Шлейф должен быть строго перпендикулярен поверхности. Положить его вот так — это полнейшая нелепость. Теперь по заклейке. Двухсторонняя лента лежит выше, чем надо. И маневра для шлейфа остается совсем не... И так тут нет места, а он еще меньше ходит. Заклейка лежит обычно вот в этой точке. Ну, тут мы видим, что она шире. Уже находит даже вот сюда. Вот в этой области. А эта область у нас предназначена для сгибания шлейфа. И в этом же месте обязательно необходимо термически обработать эту часть, чтобы у нас не было паразитного этого напряжения, которое в дальнейшем тоже разрушительно влияет на шлейф. Температура 150, фен. Поехали. Сейчас я отогреваю поверхность, и остаток шлейфа должен отклеиться. Все, температуры достаточно. Теперь поддеваем. Поскольку этот шлейф мне уже особо не нужен, я его поддеваю вот зондом. Хотя, по сути, лучше сделать лопаткой. И вот вы смотрите. Видите, здесь большой кусок ленты. Видите, сколько его здесь? Сколько этой ленты? А зацепленному ему вообще, по-моему, быть зацепленным вот здесь. Тогда у нас область спокойного хода будет вот здесь. Будет где развернуться. Заметил еще один момент, это видать в результате пайки была допущена ошибка, и в общем-то сюда навалилось вот столько каких-то, не знаю, то ли это флюс, то ли, ну короче, что-то, что запачкало диафрагму, и прежде чем нам перейти к какой-то чистке или еще чего-то, необходимо все это, конечно, будет смыть. И, в общем-то, замену здесь всех элементов будем также производить после снятия движка и оптического датчика. Потому что здесь пайка не очень удобна прямо на поверхности. Это приводит как раз вот к таким вот условиям, при которых загрязняется диафрагма. А как результат, если диафрагма у вас засорилась, то в определенный момент она может не дать вам вообще результата вообще никакого. И будет вам несчастье тогда. Соберете объектив, а объектив будет лагать. Здесь это аккуратненько подсовываем. Оно на защелке небольшой. Вытаскиваем. И сразу помним о том, что датчик оптический всегда вот этой зеленой точкой смотрит вот здесь, сюда. На всех моделях. Никогда не бывает по-другому. Именно так. Итак, извлекаем отсюда оптический датчик. Отогреваем сейчас с поверхности шлейф. И, в общем, можно снимать. Очищаю я диафрагму. Обычно спиртом, как и всегда. Как и шторки затвора. Материалы одинаковые. И с него сходит краска. Как вам такое?
Краска, ребята, на диафрагме реально была краска. Это вообще что-то, парадокс какой-то. Такого быть никогда не должно быть, но оно есть. Возьмем, к примеру, диафрагму от другой эльки. Краска никакая не стирается, потому что это не краска, это специальное покрытие. Но здесь реально краска. Вот такого я никогда не видел и никогда не встречал. Реально, посмотрите. Сейчас экспозицию поменьше сделаю. То есть, граждане-ремонтеры, ссылаясь на тему, что лучше менять диафрагму целиком, купили, видать, у китайцев диафрагму и поставили ее целиком. Но китайцы поставили вот такое. И это неприемлемо. Такая диафрагма в любом случае будет залипать. Она будет заедаться, краска будет скатываться, ее будет блокировать. Даже если вы поменяете на нем 10 раз шлейф, все равно она будет блокироваться. Потому что краска будет забивать микро вот эти вот направляющие, которые здесь и присутствуют. Такой ерунды я еще не встречал. Поэтому я рекомендую сейчас сделать замену диафрагмы. Полностью. Итак, сейчас все это переносится в контейнер для хранения. Все винты и коллары расписаны строго в своей позиции. Вот. И, в общем-то, слева вы наблюдаете диафрагму, которую мы будем менять. Такую диафрагму ставить абсолютно нельзя. Это будет приводить всякий раз к заклиниванию диафрагмы, а также загрязнение поверхности линз вот этими фрагментами краски, которые будут сколупливаться с поверхности этой диафрагмы. Резиночка усадилась, и, в общем-то, ее необходимо будет очистить, достаточно будет каким-нибудь ферри или моющим средством все это почистить, поверхность. А в настоящий момент она уже все, уже принимает форму, какая она должна быть. А в результате воздействия ацетона она полностью уселась как надо. Так что опять эксперимент удался.